Три сотрудника Бендерского ОВД получили служебное жилье. Документы на недвижимость милиционерам вручил президент ПМР Евгений Шевчук. Глава государства подчеркнул важное значение подразделения, сотрудники которого несут службу в зоне безопасности. При всех существующих сложностях в республике Евгений Шевчук заявил, что будут изысканы ресурсы, чтобы возобновить выплаты надбавок сотрудникам Бендерского ОВД. Также в торжественной обстановке трое сотрудников получили служебное жилье. Документы на недвижимость с милиционером вручил глава государства. Есть семья, есть маленький ребенок, живем совместно с семьей жены. Площадь как бы не позволяет, уже дети растут, необходимо уже свое жилье иметь. Вот благодаря УВД, городу Бендер, горсовету, было принято решение, я был в очереди и получил вот на данный момент служебное помещение в селе Протягайло. В завершение Евгений Шевчук поблагодарил личный состав УВД города Бендеры за службу.